мы должны сейчас определить прохождение, траекторию прохождения границы, поставить ее по кадастровому учету, да, и в конечном счете постановлением Народного собрания Республики Дагестан это будет утверждено. Поэтому мы, собственно, приглашаем глав сельсовета. Почему? Потому что на сельсовете вы должны будете в своих границах зафиксировать, да, так как у вас проходит траектория. Потом этот вопрос нужно будет вынести на муниципальное собрание депутатов. Поэтому мы приглашаем тут на представителя райсобрания, чтобы вы тоже, этот, во-первых, уже сейчас участвуете в этом обсуждении, а во-вторых, потом вы должны будете тоже это рассматривать. Поэтому мы сейчас хотели бы вас попросить, что кто у вас может, ваш сотрудник, который занимается, да, этим вопросом, нам показать, как вы понимаете эту границу, как у вас проходит граница. Вот хотели бы вас сейчас послушать. Что расскажете? Спасибо. Граница Нововарского района. Вы, значит, нам рассказывайте, откуда. Я себе тоже фиксирую это начало, да? И пойдем с по всей траектории, как мы. Давайте. Вот начало границы, вот трасса. С трассы Ростов-Баку. Да? Здесь мост. Все это вот место начинается по руслу реки, по центру русла. Так, русло реки идет дальше, да? Да? Угу. Так. Отобразил эту границу? Нет, границу не отображаю. Пока показывает. Пока нет. Пока, ну, подними, когда вверх идет по границе. Идем по центру русла реки, правильно? Да. Потом так. Переходит. Переходит. Ага. Примерно в этом месте и... О. За мою ахарскую. Вот. Вот даже вот. Здесь. Ага. И потом зигзагом идет. Ну там дальше уже по землепользованию, да, идет, как понимаю? Да. По землепользованию больше колхоза. Ага. И доход доходит в конечном счете. Доходит до реки Перексу. Ага. И дальше Казбековский район. То есть у вас точка где конечная вашего района? Где? На реке? Примерно на реке, вот здесь вот. И дальше реки. Вот подвешивается. Как называется река? Эриксу. Эриксу. А есть документы, карты сейчас, чтобы мы могли посмотреть? Есть госакты. Давайте посмотрим, что показываете. Вот граница Эриксу, Копаевская граница. Вот Эриксу, все листочки покажут. Найдет. Так, это у нас колхоз Орджоникидзе. Это Нововарск. Копаев. Копаев.